то время как одни команды спасателей занимаются поиском людей под завалами, другие спасатели, как, например, организация Animal Safe Turkey, спасение животных в Турции, начали параллельную и менее задокументированную операцию, рискуя жизнью ради спасения домашних и сельскохозяйственных животных, брошенных, осиротевших, запертых в зданиях и лишенных пищи и воды в результате невообразимо разрушительных землетрясений, обрушившихся на Турцию. И результат их работы мы сейчас наблюдаем. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше о Турции, подпишитесь на наш канал. Также вы можете поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!